Я люблю своє місто, я люблю Кременчуг. Я кременчужанин. Ми кременчужані. Ми кременчужані. Я кременчужанка. Я люблю свій город, я кременчужанка. Ми кременчужани. Ми кременчужанки. Ми кременчужани. Це програма «Ми кременчужани». Вітаю. Переконана, що ім'я нашого сьогоднішнього гостя добре відоме сотням кременчужан. Адже ми завітали у гості до екс-очільника санітарно-епідеміологічної служби, заслуженого лікаря України, почесного громадянина міста Кременчука Акімова Віктора Івановича. Тож запрошую і вас на гостини. Як доля вас пов'язала із санітарно-епідеміологічною службою? У мене мама була головною медичною сестрою центральної районної лікарні Кременчуцького району. Вот. І тоді вона мені говорить: «Син, іди по моїм стопам». Я говорю: «Мать, ну які стопи? В 64-му году, отец, нічого, ти поїдь, посмотри, як поступають люди, вообще. Снабдили они меня рюкзачком, положили там кусочек сала, кусочек хлеба, и я поехал в Харьков впервые, вырвавшись из дома и из этого города. Я поступил в 64-м году после окончания 18-й школы, средней школы Кременчуга, в Харьковский медицинский институт, который окончил в 1970 году и был направлен по направлению в Полтавскую область, в город Кременчуг. Попал я в Кременчуцкую санэпидстанцию и стал работать в отделении гигиены питания врачом. Проработал я 7 лет, после чего меня назначили заведующей санитарно-гигиеническим отделом до 79 года. В 79 году Борис Иванович Нагайченко, каким-то образом я ему присмотрелся, перевел меня в горком профсоюза медицинских работников, и я стал председателем горкома с 79 по 84 год. Ну, это были интересные годы жизни, моя молодость, мое отрочество. И в 84 году меня опять привозят в Кременчуцкую санэпидстанцию, садят в кресло главного врача. И вот с 84 по 2010, 26 лет, я работал главным санитарным врачом города. С какими сложностями пришлось столкнуться, только вступив в должность? Ой, то таких было очень много. Ну, в то время было у нас и Чернобыль. Я прошел его 4 месяца, был с первых дней. А потом начались эти экологические наши митинги. У нас же Кременчуг, как всегда, отличается, и 6 марта 1988 года в Кременчуге прошел первый экологический митинг на Украине. Но экология у меня была на первом месте всегда. Нас волновал прежде всего вопрос питьевой воды, которую мы потребляем. У единственного источника реки Днепр начали бить колонки водопроводные. Набили мы 433 колонки, из которых сейчас, наверное, не больше десятка еще до сих пор люди берут воду и пьют. Мы делали анализы, все следили постоянно. За водой мы следили через час водохранилище. Санэпидстанция контролировала все народное хозяйство Кременчуга. Это промышленные предприятия, предприятия общепита и торговли, и школы, и лечебные учреждения. Работа была интересная. Бывало, конечно, и засиживался на работе до 10, до 11, ночевать иногда на работе приходилось, потому что были такие моменты. Отдавались работе полностью? Ну, отдавался, да. Можно сказать так, отдавался до того, что заработал себе 3 инфаркта. Да, мало того, сейчас вот уже 15 лет, и сахарный диабет в
все отражается. То, что у меня пройдено было, все это, конечно, на нервной почве. Если говорить о тех отраслях, которые курировали, то какая была самой проблемной? Меня два раза в жизни на бюро горкома партии снимали с работы и исключали из партии. Это за то, что я не подписал один жилой дом, девятиэтажный, а второй за то, что запретил выпуск сметаны на молокозаводе. Чем были продиктованы ваши такие решения по поводу дома и сметаны? Тем, что мне нужно было подписать жилой дом, у которого было построено 8 этажей. А 9-го не было? Не было ничего. А второй случай, это когда я запретил выпуск сметаны на молокозаводе, в которой обнаружена была кишечная палочка. Вот. Но рабочим это же знаете как, был первый секретарь на автозаводе, ему пожаловались, нет сметаны. Как нет сметаны? Такая у нас же была Евгения Тимофеевна Добрик. Говорит, а и так ему запретил. Ну все, на бюро. В те года был пуск завода БВК знаменитого. Вот, и так я его и не подписал полностью. Они там по комплексам, 4 комплекса принималось. 3 были подписаны комплекса, а 4-й уже в целом я его не подписал. Тогда вот помню, на стадионе Кредмаш, сейчас бывший Дармаш, собралось около 5000 людей на митинг. И я вышел на центральную часть поля и сказал, я, ребята, завод БВК не подпишу. Почему? Ну, потому что я знал, что это такое. Что такое искусственный белок, как он опасен для здоровья человека. Если говорить о экологическом состоянии города, тогда и сейчас, по вашему мнению, есть ли изменения и в какую сторону, в лучшую или в худшую? Тяжело говорить. Вода как была такого качества, она и сейчас такая есть. Потому что, слава богу, в 60-е годы относились к очистке питьевой воды очень хорошо. И в Красной Знаменке тогда были построены хорошие очистные сооружения питьевой воды. Ну, вторая такая проблема – это санитарная очистка города и складирование твердых отходов бытовых. У нас уже до такой степени все мы свозим на эту несчастную Дейвскую гору, где у нас свалка городская, что она уже, мне кажется, скоро сползет оттуда вся. Поэтому надо уже делать, давно стоял вопрос о мусоросортировочном заводе. По поводу вот этих реформ в санэпидемслужбе, ваша мысль? Вы знаете, я вот уже 6 лет не работаю, но мне непонятны эти реформы. Я вам скажу, что виноват в этом, я виню в этом Азарова, бывшего премьер-министра, который решил санитарную службу отречь от обследования. Ведь сейчас же санитарной службы вообще она нету. Вот если вы обращаетесь, они скажут... Это не наша компетенция нам теперь. Нам нельзя выходить на объект, нам не разрешается. Как это не разрешается? А чем же вы занимаетесь? Нам не разрешается. Ну вот есть такой документ, я его читал, видел и просто был возмущен. Как же так? Пропадает такая служба. А сейчас вы посмотрите, что делается. Прививки надо. Эти пищевые отравления, контроль надо. За лечебные учреждения, школами, детскими учреждениями контроль нужен. И все это ничего не делается. Не один раз кременчужане вас делегировали и в Автозаводскую районную раду, и в Горсовет, и в областную раду. Какими вопросами занимались там, какие вопросы поднимали, будучи депутатом? Будучи депутатом, начиная с Автозаводского совета, в Автозаводском районном совете я был один созыв, в городском был 2 созыва, и в областном был 5 созывов. И везде я занимался вопросами экологии. И везде я возглавлял эти комиссии по экологии
И мне очень нравилось, особенно в областном совете, при хороших председателях. Я так с достоинством вспоминаю сейчас таких председателей, как... Ну, первый был Залудяк Николай Иванович, который меня поставил, доверил мне председателя комиссии. Потом Гришко Владимир Васильевич, потом Полевец Александр Васильевич. Эти председатели давали зеленую улицу вопросам экологии. Мы тогда придумали, как же нам внедрить что-то новое. И решили, вот комиссии у нас, комиссия была 10-11 человек, делать выездные заседания комиссии. То есть выезжать по районам и смотреть, как эти программы внедряются в жизнь экологические. И мы находили там массу таких нарушений, таких, ну просто, ну вот я вам говорю, что я приехал в Гадяч на одно из заседаний комиссии, думаю, да что ж так воняет, а так горка, оттуда текут ручьи. Я говорю, что это такое? Это моча. Какая моча? А это моча из туалетов. Там не было вообще канализации. Вот из этих дворовых туалетов переполнялись и текли эти, я их называл, сычеви реки. И мы тогда решили помочь Гадячу. Выделили деньги на проектирование, а потом и на строительство. И вот сейчас мне звонит председатель, он уже не председатель, тогда был глава райдержа администрации, и все с благодарностью. Говорит, мы таки сделали канализацию, и очистные построили. Недавно вы отметили свой день рождения, 70 лет. Как вас поздравляли, как поздравляли родные, кто поздравлял? В трех местах поздравляли. Первое поздравление было 25 февраля, когда я пригласил 25 человек своих друзей вот на встречу, и мы отметили в ресторане этот юбилей. Потом на следующий день я собрал в кафе работников санэпидстанции, с которыми проработал много времени. Ну а третий день вот тут в этой комнате свои родственники были. Кто поздравлял? Внуки, дети? Все поздравляли. И внуки, и дети, и мэры бывшие. У меня трое внуков. Две девочки и один мальчик. Ну что поздравлять деду? Поздравлять, дед, ты живи и спонсируй. И все поздравления к этому сводятся. Денис сегодня, завтра уезжает в Винницу на сборы. Он в Кремне играет в возрастной группе 2000 года. Я же тоже ярый болельщик Кремня. Вы кременчужанин. Вы в этом городе работали, росли. Каким вы помните город Кременчуг? Ой, вы знаете, в 1955 году я сюда приехал, то я застал тут и развалины городского цирка. На улице Гагарина такой здоровенный был цирк, вот где стадион сейчас, Кредмаш. Эти руины домов, табачная фабрика была на улице Красина тоже. Склады ее тоже разрушены. Много было разрушенных домов, поэтому все вспоминать... Вроде, казалось бы, и нечего, но иногда, знаете, жалко становится смотреть, когда эти все исторические здания начинают сносить, убирать. Какие у вас любимые места в городе Кременчуг? Когда-то было самое любимое – это моя санстанция. Это мое место было, где я прожил, наверное, большую часть своей жизни. Кроме того, что дома ночевал, а там работал. Ну, работал больше, чем ночевал. Вот, это парки, которые я видел, как строились и Приднепровский, и Юбилейный парк, и скверы эти, и Пономаренко, и Бабаево. Все, мне нравится, когда город в цветах, когда город в зелени. А чего не хватает городу Кременчуг? Ну, так у нас все есть. У нас молокозавод есть, мясокомбинат есть, хлебзавод есть. Водоканал есть. Все, что человеку нужно в городе, все есть, и все на достаточно высоком уровне. Только поддерживать, и все. Городской власти быть более жесткой в том плане, чтобы все выполнялось. Каким вы видите будущее города Кременчуг? Город я вижу
такое, чтобы не стыдно было кременчужанам выйти на улицы, пройтись, послушать духовой оркестр, который, не знаю, он есть или нет, в Приднепровском парке. Сейчас Приднепровский парк прихорашивается, правда, такое становится, чтобы люди отдыхали больше, чтобы не болели. Самого хорошего городу Кременчугу желаю. Ну и вам желаю, чтобы вы также отражали все наши жизненные события в городе, не боясь критиковали, кого нужно, не боясь просто. Потому что когда критикуешь, тогда есть всегда толк. Спасибо вам за диалог, спасибо вам за ваши ответы, за вашу жизненную позицию. Конечно же, долгих лет вам жизни и здоровья. Это самое главное. Спасибо. Ну а ви любіть своє місто так, як люблять його герої нашої програми. І, звісно ж, не покладаючи рук, працюйте на його благо. Зустрінемося уже наступної середи на телеканалі «Візит». Я кременчужанка, і город саме лучший мені. Я люблю свій город, я кременчужанка. Ми кременчужани. Я люблю своє місто. Я кременчужанка, я люблю свій город. Я кременчужанка.